Дорогие друзья, приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Егор, и сегодня вашему вниманию я представляю экскаватор GCB GC-130. Вот так вот он выглядит. Также у него в наличии присутствует большой ковш с пальцами. И также есть траншейный ковш более маленького размера. Этот экскаватор на болотном ходу может работать также в болотных условиях. Он 2001 года выпуска. Здесь стоит полностью абсолютно новый масляный насос. Вот так вот выглядит патрубная система. Гусеницы у него в идеальном состоянии. Наработка у данного экскаватора всего 16100 мотор-часов, что для GCB 2001 года является очень малой наработкой. Вот, обратите внимание на состояние масляного насоса. Он в идеальном состоянии. Также ковш. Просто с минимальной наработкой это можно определить по внешнему состоянию. Также вся гидравлика, поворотные механизмы башни полностью исправлены в состоянии. Все узлы управления тоже также работают. Данную технику можно рассматривать в покупке. Техника в очень хорошем состоянии для своего года. Также не забывайте, что это GCB и это качество. Также, дорогие друзья, хочу напомнить, что у нас присутствует 4 способа оплаты. Это наличный, безналичный расчет, лизинг и кредит. Также готовы доставить данную технику в любой регион России. У нас есть возможность покупки онлайн с более точным описанием техники, с выходом на видеосвязь и показанием всех узлов и агрегатов и техники вообще в работе в целом. Так что, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Обращайтесь, будем рады работать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи.